Быть здоровым и образованным, пожалуй, главное, чего желает буквально каждый. В нашем округе для этого создаются все условия. Прежде всего, открываются новые медучреждения, которые так необходимы населению отдаленных уголков муниципалитета. Среди них офисы врача общей практики в Звенигороде и в Савинской Слободе. Кроме того, проводится капитальный ремонт существующих зданий и постоянно обновляется медицинское оборудование. В конце этого года был сдан новый оперблок с многопрофильными 8 операционными шикарными, что позволило в дальнейшем сделать наше учреждение многопрофильным. Открытый в начале года центр диспансеризации в Одинцове сразу зарекомендовал себя положительно. Ведь именно своевременная проверка позволяет выявить болезнь на ранних стадиях и порой спасти жизнь. Но никакая техника не вылечит без квалифицированных и опытных специалистов, резюмировал глава. Хотел бы в этом блоке дать поручение профильному заместителю. Ну, во-первых, сопровождать работу по привлечению кадров. Это очень важно. Никакие стены, здания и аппаратура сами по себе людей не лечат. И для нас важно, чтобы все медицинские учреждения нашего округа были укомплектованы на 100%. Как врачами первичного звена, так и узкими специалистами. Быстрыми темпами улучшаются показатели и в системе образования. Открываются новые детские сады, строятся школы, реставрируются старые здания образовательных учреждений. Комфортные условия привлекают профессиональных педагогов и, как результат, высокие оценки, победы на олимпиадах, блестящие знания. Мы стараемся участвовать во всех лучших мероприятиях, во всех проектах. Вы сами слышали цифры. Это победители олимпиад, это стобальники, это медалисты, это великолепные учителя, это неплохие руководители. То есть система работает слаженно. Чтобы сделать ее еще лучше, в нашем округе разрабатывается проект так называемой «Школы будущего». Уже намечены шаги по его реализации, и, возможно, в скором времени мы увидим, как может работать школа мечты. Полина Бахова, Илья Павлов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».